Поэтому дайте возможность озвучить, обратить возможность. Дать нам тоже микрофон, и нам надо тоже озвучить. Пожалуйста. Поэтому давайте, вы узурпируете, давайте пойдем, давайте, дайте возможность. Вы нам на комитете, мы не на думе. Поправка озвучена? Поправка. Обосновывать. Мы требуем возможности обоснованной. Слушайте, Владимир, вы зачем нас провоцируете? В чем проблема? Мы специально. Это вы нас провоцируете. Точно так же вы нас провоцируете. Сломал микрофон. Я знаю, что он плохо. Он работает тогда, когда надо, да? Нам подойти к спорту, наверное, да? Думское имущество. Думское имущество, они ваши личные, заметьте. Не ваше личное имущество, поэтому дайте возможность обосновывать. Вот что. Все проблемы. У нас есть регламент. 3 минуты имеет право обосновывать. Ну что, как угадатели фракции, как нас отстаивают что-то через такие силы, что ли? Пожалуйста, только не повторяйтесь. Давай, будьте повторяться, я остановлю ваше слово.